Здравствуйте, меня зовут Михаил Апальков, мне 33 года, актер театра и кино, артист-аферист. В Москве 2 года, преимущественно снимаюсь в эпизодах популярных сериалов «Саша, Таня, Сеня, Федя», все, что смешное, медийное, показывают по телевизору, ну и на ютубе, кое-какие шоу. Я впервые на ТВ «Шанс». Мне очень понравилось, и мне было бы очень интересно поучаствовать в проектах данного продакшена в качестве актера. Потому что самый мой основной талант – это все-таки актерское мастерство. Потому что танцевать мы не умеем, петь мы не можем, ну а обманывать зрителя… Ну да, в принципе, этому меня и учили 4 года в театральном ТВ-шанс. Я хотел бы принять участие в новых ТВ-шоу, проектах, которые организовывает продакшн «Отметим РФ». Это такая мечта была, кино, потому что в детстве я был сирота, смотрел преимущественно то, что показывают на телевидении, том одном, самой главной первой кнопки. И смотрел телевизор, было так интересно, хотелось попасть к тем человечкам, которые вон в том ящике, и быть вместе с ними. Ну и, собственно говоря, когда уже окончил школу, выбора уже, собственно говоря, не стояло. Я уже точно и четко понимал, куда я хочу идти. Без проблем поступил, с небольшими проблемами, но закончил. А в 2019 году, спустя почти 10 лет, как я окончил вуз, принял решение о том, что нужно собрать свой чемоданчик и вперед в Белокаменную, то бишь Москву. Мечта, она уже стала немного меркантильной, учитывая то, что я 2 года в Москве, и из них 1,5 года я активно снимаюсь. Я уже хочу, наверное, все-таки развиваться не только как актер, приходить на кастинги и быть зависимым, а все-таки, наверное, уже интереснее в том числе быть в качестве продюсера. Вот, потому что те 1,5 года, которые я нахожусь в Москве и активно работаю в этой среде, в этой сфере, дают мне понимание и основание думать о том, что я могу работать не только в кадре, но и за кадром организовывать процесс. Слава Богу, коммуникации есть, это мой конек, этим я не обижен. Спасибо, ТВ «Шанс», вам успехов!